С добрым утром, малыши! В эфире наш «Покажи класс». Филя, ты зачем в студию столько бумаги принес? Понимаешь, Степашка, я решил японским искусством заняться. Оригами называется. Может, слышал? Конечно, слышал. Я даже однажды журавлика сам сложил. Молодец! А вот участник конкурса «Покажи класс» сложил из бумаги поклонника нашего коллеги. Серьезно? А кого? Хрюши! О, ничего себе! Очень интересно! Сейчас увидишь! Оригинальная поделка получилась. Да, Хрюше точно понравится. А мы продолжаем программу. Кто на очереди? На очереди Агата со стихотворением про бабушку. Отлично, ребята, смотрите вместе с нами. Ходит наша бабушка, палочка стуча. Говорю я бабушке, вызови врача, даст тебе лекарств, будешь ты здоров. Если будет горько, ну что же тут таком? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Грач, точнее. Мы с тобой на улице поиграем в мяч, будем прыгать в бабушку, бегать высоко. Ну что же тут такого? Это же так легко. Говорю я бабушке. Говорит мне бабушка. Что мне, доктора? Нет, не заболела я. Просто я стара. Просто очень старая. Волосы седые. Где-то потеряла я. Годы молодые. Какое грустное стихотворение. Я не могу слушать. Да подожди расстраиваться. Дальше не все так печально. Да? За далекими, за лесами темными, за горой высокую, за рекой глубокую. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда доеду, доплыву, дойду. Годы молодые, я твой найду. Ну вот, так гораздо лучше. Молодец, Агата. Бабушка точно будет довольна. Конечно. И бабушка нашей следующей конкурсантки наверняка тоже довольна внучкой, потому что девочка – начинающий мыловар. Ого! Она делает домашнее мыло? Да, и не простое, а в необычном оформлении. Любопытно. Браво! По-моему, все наши сегодняшние герои показали настоящий класс. Верно! Ребята, и вы берите пример. Снимайте побольше классных видео и присылайте на наш конкурс. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Карусель».